Новая отремонтированная дорога должна прослужить долго, выдержать морозы, оттепель и ливни. В Ульяновской области в этом году 62 объекта, где ремонтировали дорожное полотно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В основном работы завершены, к приемке приступили активисты, члены общественных палат и палат справедливости. Вместе с подрядчиками и представителями Минтранс они проверяют покрытие дорог, замеряют параметры, ширину и поперечный уклон. Должны быть в порядке и документы. 3-километровый участок Майна-Игнатовка проверку прошел. Дорога сделана качественно. Никаких замечаний со стороны общественной палаты нету. У меня только просьба к Министерству дорожного строительства от общественной палаты, чтобы на Майнское муниципальное образование обратили внимание по квоте в год. Нас убежают, нам делали все время 2-1,5 километра, в этом году 13 километров. Мы просим, чтобы на будущий год, на 24-й год, хотя бы оставили в этих рамках. Следом осмотрели участок между селами Березовка и Сосновка протяженностью 550 метров. Дорожники завершают укреплять обочины и наносить разметку. Протяженность ремонтного участка 555 метров, ширина автомобильной дороги 7 метров. На данном участке задействованы 10 единиц техники и 10 человек рабочих. В целом в регионе 22 обновленных по нацпроекту объекта уже получили положительные заключения приемной комиссии. По информации Минтранса, народные контролеры приняли участие в 32 проверочных мероприятиях. Проверки продолжатся и в следующем году. Анна Тищенко, Константин Никитин, Ул Правда, ТВ.